श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद द्वंदम भक्तबिंद समन्वितम् श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितम् श्री नंद नंदन वंदे राधिका चरणोदयम् गोपीजन समयुक्तम बिंदावन मनोहर वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु भवश पतितानं पावने वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयतगिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानन्दमाधवं वृंदावै तुलसीदेवै प्रियावै केशवस्सच कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्वत्वै नमो नमः नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीय पात्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगोदरुण धैयम् सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तेथास्पदम् शिव विरिञ्चनुतम् शरण्यम् भीतात्तिहम् पुनतपाल भवद्विपूतम् वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गोवधूषुवदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोषि श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनितानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिन्द श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे आजानुलंबित भुजौ कनुका बोधातो संकीर्तनय कपितरो कमलायताक्षो विशांबरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वंदितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च तदासिनीतम् भावानुरूपेण सदा नरानं गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणो प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपति भजविश्वनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्जस्य च भक्षसि यस्यास्ति हृदय संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
Janmadasya Yatvayanvayadi Tarascharta Savigga Sarata Tene Brahma Hidaya Adi Kavaye Muhyanti Yatsuraya Tejo Vari Midam Jatha Vinimayuti Sargaham Misa Dhanna Sena Sada Nirasta Kuhakam Satyam Param Dhimahi. Gaudiya Goshtipati Shishila Bhakti Siddhanta Sarasvati Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, Шрила Вьясадев Госвами, он приглашает весь мир, он говорит, добро пожаловать, все вы приходите сюда и давайте предложим наши совместные молитвы той абсолютной истине. Гаудия Гоштхипати Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, Вьясадева Госвами от всего сердца приглашает всех. Он говорит, вместе мы будем молиться лотосным стопам той абсолютной истины, и тогда она прольет на нас свою милость, абсолютная истина. Мы не предвзяты, мы зовем всех. Первая шлока Бхагаватам. А внутри этой шлоки помещена суть всего Бхагаватам. То есть там находится весь Бхагаватам в виде семечка, семени. А в хинди харикатхе я сказал о том, что в чатушлоке Бхагаватам помещены все 18 тысяч шлок Бхагаватам в форме семени. Первая шлока Бхагаватам Если мы не разберемся с первой шлокой Бхагаватам, тогда мы не поймем эту игру, которая произошла между Махапрабху и Сарвабхаум Бхаттачарьей, их обсуждение Веданты. Джанмади значит создание, поддержание и разрушение. Все это совершается Бхагаваном. Иногда это совершается напрямую, а иногда косвенным образом. То есть, но все, за все отвечает Бхагаван, и он знает все. Вам не нужно его информировать. «О, Бхагаван, смотри, там что-то происходит, ты знал об этом?» Нет, нет в этой необходимости. В хинди харикатхе я говорил об этом. Бхагаван знает все, что бы ни происходило с любой пылинкой во всех этих бесконечных мирах. Он все знает одновременно. Это странно, вы не можете себе это представить. У него есть информация о каждой пылинке из этих миров, из всех миров. И это чудо. Бхагаван — это объект нашего поклонения. Он настолько велик, и в то же самое время он настолько скромен. Он всегда пытается дотронуться до лотосных стоп преданных. Позвольте мне взять пыль с ваших лотосных стоп. Бхагаван, сам Бхагаван, он мыл ноги Судама Випри. Вы можете себе это представить? И потом он пил эту воду. А мы ощущаем ложное эго. Он Верховный Господь, он управляет бесконечными мирами. Для него эти бесконечные миры как пылинки. Но он считает, что он ничто, он очень скромен. Ну а мы преисполнены ложного эго. И в этом заключается разница между нами и Бхагаваном. Бхагаван знает все, что, где происходит.
То есть он знает одновременно обо всем. Вам не нужно его информировать. Иногда Бхагаван совершает такие игры. Он спрашивает совета, например, у Удавы. «О, Удава, смотри, Джарасанда устраивает столько много проблем, и Шишупал также, и Юдхиштхира сейчас, он один. Что ты мне посоветуешь, что же делать?» Бхагаван спрашивает совета у Удавы. Удава, в данной сложившейся ситуации, что нужно, как мне нужно поступить? Удава — это министр, он дает советы. И таков Бхагаван, он спрашивает советы. Таким образом, он совершает свои игры. Когда Бхагаван ушел из этого мира, Удава расплакался, и он сказал, что «О, Бхагаван, он меня хотел обдурачить, он меня спрашивал совета». Бхагаван, он обладает всем знанием. И сарат значит, что он, нельзя его контролировать. Не существует такого начальника, который мог бы контролировать Кришну. Кришна — сарат. И сила воли, она полностью принадлежит ему. Никто не может контролировать Бхагавана, но в то же самое время Бхагаван, он контролируется своими преданными. Бхагаван говорит: «Я не свободен, я под контролем, я нахожусь под контролем своих преданных». Мы знаем, что он сарат. Он могущественно, он управляет бесконечными мирами. В то же самое время он говорит: преданные держат меня под контролем, и все, что бы они ни делали, мне это нравится. Странно. И это сладостная природа Бхагавана. И мы не можем этого осознать. Вот почему мы не можем совершать баджан. Гуру Махарадж постоянно говорил: в тот момент, когда вы осознаете, кто такой Бхагаван, вы начнете рыдать, вы сразу же побежите, чтобы встретиться с ним. Мы такие неудачливые, мы не знаем, кто такой Бхагаван, кто такой Шри Кришна Прабху. Вот почему нас не интересует Харибаджан. Но в тот момент, когда мы это осознаем, мы не сможем больше быть прежними, мы выбросим все и ринемся к Бхагавану, чтобы обнять его. Первая шлока Бхагаватам, она содержит в себя все таинство Бхагаватам. Тене означает «благодаря ему». Брахма получил апракрита знание, трансцендентное знание. Бхагаван, он хотел передать апракрита гьяну, поместить апракрита гьяну в сердце Брахмы. Не какое-то сухое знание, а реализацию, реализованное знание. Когда кто-то думает о Бхагаване, кто такой Бхагаван? Даже риши и муни, они не в состоянии понять полностью, они гадают, может быть, Бхагаван такой, а может быть такой. И они ссорятся между собой, риши, муни, пандиты. Никто не может сказать с точностью: «О, вот так вот все работает». Бхагаван вас может обдурачить в любой момент. И никто не обладает точным пониманием, кто такой Бхагаван. Ни риши, ни муни, ни пандиты. Буквальное значение слова «сурайо» — это деваты, полубоги.
те, кто живут на райских планетах. Сур означает полубог, тот, кто живет на небесах. Но здесь мы не можем принять буквальное значение этого слова. Сурайо здесь означает дивья сури, те, у кого есть огромное знание и опыт, те, кто могут осознать прошлое, настоящее, будущее. Я об этом говорил в Харикатхе на хинди. Я уже сказал об этом, когда я затронул Чатушлоки Бхагаватам. Теджа татва — это татва огня, но вы обнаружите воду. Иногда происходят такие своего рода иллюзии. В пустыне песок горячий создает эффект, кажется, что там вода. Теджа значит огонь, бари значит вода. Иногда случаются какие-то чудеса, и вот, например, в пустыне существуют миражи. И это все исходит из Бхагавана. Обычные люди или те, кто являются большими учеными, пандитами, они не в состоянии понять Бхагавана, они не могут принять конечного решения, что к чему. И это называется абсолютная татва. И это абсолютная татва. Вьясадев Госвами сказал, почему бы вам всем не присоединиться к нам? Я вас всех приглашаю. Мы не относимся предвзято ни к кому. Мы не совершаем... Здесь нет ни политики. Мы открыто всех приглашаем. Приходите, и все вместе мы будем предлагать наши молитвы. Когда преданные молятся вместе, то в этом особая сила. Когда преданные со схожим менталитетом собираются, и они совершают харинаму, джапу, то это обладает некой силой. И Бхагаван будет обязан слушать такое воспевание. Один отец, прежде чем как оставить тело, он пожелал передать одно знание своим детям. У него было около 10 детей, и они постоянно ссорились между собой. И отец сказал: «Дети мои, придите все ко мне, у меня есть одно желание, последнее желание, скоро я оставлю тело». И он сказал своему младшему сыну: «Принеси маленькую палку». Тогда сын принес палку, и отец попросил: «Сломай ее». И тогда сын сломал ее. И тогда он сказал: «Отдай ее другому, своему брату». И также его брат сломал эту палку. И потом отец попросил: «А теперь сходи и принеси 20-25 палок. И сложи их все вместе и попробуй их сломать». То есть и отец бросил вызов: «Кто-то из вас может сломать эти 25 палок, сложенных вместе?» И никому из сыновей не удалось сломать эти палки.
И отец сказал: «Дети мои, если вы будете держаться вместе, никто не сможет вам навредить». И таким образом сейчас такая ситуация в нашем баджане. Все, у каждого есть свой личный центр. Каждый поддерживает свой индивидуальный центр. Этот центр, он не совпадает с центром, с центром Гуру Варги из Эгоранги. У каждого свои индивидуальные интересы. И они не могут сделать так, чтобы собственный центр совпал с центром Гуру Варги. Вот почему возникает столько много проблем. Мы не можем совершать харибаджан. Ну, то есть такой баджан, когда совершается такой баджан, что все ругаются, это на самом деле никакой не баджан. Кто-то может сказать: я совершаю баджан уже 1000 лет, и Бхагаван, он мне не отвечает. Это невозможно. Если вы делаете настоящий, если вы совершаете настоящий баджан, Гуру Варга, Прабхупада, они вам ответят, они дадут вам свой ответ. Они ждут этого момента, чтобы вам ответить. Но этого не происходит. Почему? Потому что мы не можем сделать так, чтобы наш центр совпал с центром Гурудева и Гуру Варги. И все ученые этого мира, и все философы, они уверены в одной вещи. Ньютон, Эйнштейн, Андерсон, все, они сходятся на таком мнении, что эти бесконечные вселенные, у них есть центр. Все космическое создание, несомненно, там есть центр, один центр. И космос, у него есть ритм. Знаете, как в танцах есть ритм? Заканчивается зима, наступает весна, и потом приходит лето. Это своего рода ритм. И все ученые, философы, они обратили на это внимание, они заметили, что весь мир, он двигается, следуя сладостному ритму. Мы уверены, что есть какой-то центр, есть центр у этой вселенной, но они не смогли разобраться, как положено, что к чему. То есть наши риши муни, наша гуру варга, они все уже рассказали, что является этим центром. И наш баджан — это не что иное, как сделать так, чтобы наш индивидуальный центр совпал с общим центром, с вселенским центром. У каждого из нас есть центр, свой центр. И когда мы совершаем баджан, мы делаем так, чтобы наш центр совпал с центром универсальным. И это называется успех. Но мы не можем добиться успеха, потому что у нас есть индивидуальные желания. Вот почему нам не удается совершать баджан. Но чистый преданный саду, он никогда не думает о личных интересах. Вы думаете, что саду, они такие же, как и вы, но они всегда находятся в линии с нашей Гуру Варгой. И любое решение, которое принимает ачарья, то есть иногда так случается, что ачарья принимает решение, которое полностью отклонено от пути Гуру Варги. В таком случае те, кто отклоняются от Гуру Варги, от парампары, те, кто им следуют, и целый процесс создан, целый путь, целая система, созданная такими ачарьями, она, все это будет разрушено. Все это исчезнет. Вселенная управляется администрацией. То есть во Вселенной есть своя администрация, есть свои правила. Вы не можете этого понять. Вы настолько заняты, ваше мышление, оно настолько сфокусировано на вас самих, что вы не можете даже задуматься об этих вещах универсальных.
вы не можете выйти за пределы такого мышления эгоистического. В этой вселенной существует администрация, и все обязаны подчиняться правилам этой администрации. Будь то Шанкар или Брахма, они обязаны подчиняться правилам этой вселенной. Если они не будут подчиняться, они будут наказаны, у них будут проблемы. И это самое главное. И нам нужно понять это. Прежде чем, как обсуждать Веданта Сутру, я хотел бы вас напомнить, или те, кто никогда не слышал об этом, я им скажу все, как бы с нуля. Существует пять тат: джива, ишвара, кала, время, карма и майя. Существует пять тат. И практически все философы, они, то есть Рамануджачарья, Мадхвачарья, Вишнусвами, Нимбарка, Вашкарачарья, Шанкарачарья, все эти ачарьи, все философы, что бы они ни писали, о чем бы они ни думали, это все связано с этими пятью татвами. Возможно, их, как они подносят свою философию, это все отличается. Но они все пишут или думают, размышляют об этих пяти вещах. Ишвара, Бог, Бхагаван, Джива, Кал, время, карма и майя, иллюзия. В материальном мире все хотят наслаждаться, все. Но они не знают, что они хотят, чем они хотят наслаждаться. Если вы спросите кого-то, то вам ответят, что они хотят наслаждаться. То есть у всех присутствует это вот желание наслаждаться. Возможно, не напрямую, но каким-то обходным путем. Но все хотят наслаждаться. И если вы задумаетесь и проведете анализ, вы поймете, что какое бы наслаждение ни существовало в этом мире, оно связано со шабдой, рупой, расой, спаршагандой. Шабда — это звук. То есть все связано с этими пятью вещами. Кто-то хочет слушать красивую музыку — это шабда, звук. Кому-то нравятся какие-то приятные прикосновения, то есть это спарша. Кто-то заинтересован в рупе, то есть нравится смотреть на красивые вещи. Также на природу красивую нравится смотреть. Это рупа. Люди путешествуют повсюду, наслаждаются жизнью. Они посещают различные туристические места. Таким образом, они наслаждаются, тратят много денег. Они хотят даже пожить немного под водой. Есть один отель, построенный под водой. И стены его, они сделаны из толстого стекла. И люди платят огромное количество денег, чтобы там одну ночь провести. И там все есть. Горячая вода, холодная вода, еда. И люди ходят и видят за стеклом акулы. Рыбы разные. Смотрите, как, какое настроение у людей. Хотят, они хотят наслаждаться. Но чем они хотят наслаждаться? Кто-то хочет что-то вкусное покушать. Это раса. Шабда, спарша, рупа, раса, ганда. То есть все типы наслаждения, они связаны с этими пятью татвами. Я слышал, один очень богатый человек, он тратит 2-3 крора рупий, это типа 20 миллионов или 30 миллионов, 5 миллионов, 10 миллионов. За одну ночь он тратит такое большое количество денег. Что он вообще, чем он занимается? За одну ночь умудряется потратить столько много денег. Посмотрите на положение людей. Они с ума сошли.
полностью выжили из ума. Не поймите меня неправильно, они выжили из ума, они находятся в таком положении, они не, совершенно не понимают, в чем заключается смысл жизни. По крайней мере, 60, 70, 80, 100 лет назад люди, по крайней мере, обладали каким-то сознанием. Столько было много людей благочестивых. Ну, может быть, они не совершали баджан, но, по крайней мере, у них понимание какое-то было, морали там и так далее. Но сейчас все живут как кошки и собаки, все хотят только наслаждаться. И вот центр, вы должны всегда помнить о нем, о универсальном центре. Сарвабхаум Бхаттачарья. Он, в общем, разговаривал с Махапрабху. Сарвабхаум Бхаттачарья, он хотел установить имперсональный аспект Брахмы. Смотри, в Упанишадах, здесь, там написано вот это вот все. И Махапрабху, он сказал: Сарвабхаум, ты настолько умен, ты большой ученый, почему бы тебе не применить здравый смысл? Если Брахма не обладает никакой силой, если у него нет формы, тогда кто, какой глупец будет ему поклоняться? У него нет силы, его нельзя увидеть, и у него нет никакой силы. У него нет дома, у него нет силы, нет рупы, формы. То есть какой глупец, он начнет ему поклоняться. У него нет формы. Его нельзя увидеть. В Джаганатпуре, вы знаете Джаганата из Джаганатпури, у него нет ни рук, ни ног. И материалисты, они размышляют таким образом: нет, у Джаганата нет ни рук, ни ног, что это такое? Махапрабху хотел нас обдурачить: смотрите, у меня нет ни рук, ни ног. Будет более разумным, если вы обратитесь к Дурге, к Ганеше, к Шанкару. Джаганат, он хочет нас обдурачить. Прабхупада объясняет: те, кто заходит в храм Джаганатхи, Джаганат, он им показывает вот такую виграху, то есть у него нет ни рук, ни ног, и его глаза большие, круглые. У него большие круглые глаза. И зачем это делает? Чтобы обдурачить нас. Но когда Махапрабху заходит в храм Джаганатха, и когда он смотрит на него, что он видит? Рада Лингита Виграха. Мудавири нари, бодокама, бодонакама, лашада, мадупо. This one. Eh? Or Jagannath is playing bansi? Джаганат играет на флейте, но у него же рук нет. Это вот Джаганаташ так написано, что Джаганат играет на флейте. Что это за глупости такие? Сирасисики пичам катитате. Дукулам нетранте, this one. Jagannath is holding bansi. Джаганат держит в руках флейту, вамси, но если у него нет рук, как такое возможно? Садасимадабиндаванабасати лила паричаю Джаганнату сами наян патагами бхаватуме. Махапрабху watching Jagannath Krishna and with holding bansi and inside Vrindavan. Махапрабху видит Кришну во Вриндаване, в руках которого вамси, флейта. А люди заходят обычные, они видят вот эту виграху Джаганата без рук и без ног, скульптуры разные, красивые. В Джаганаташтакам уже все написано. Сарвабхаума, ты так разумен, почему бы тебе не подумать, что
не поразмышлять таким образом. Если у Бхагавана нет ни формы, ни силы, дома и так далее, то какой глупец будет ему поклоняться? Сарамбам Бхаттачарья, он настаивал, нет, в Упанишадах написано, в Ведах написано, что существует только Брахма. Джива Брахмаева Напара. Джива — это Брахма. Это не что иное, как Брахма. Все создание, все Брахма. Не существует второй татвы. Все это Адвая Гьян Татва. Но майявади забывают, что в Бхагаватам написано вот, вот это. Что одни называют его Брахмой, другие называют его Параматмой, Параматмой, третьи называют его Ишварой, Бхагаваном. Но татва одна. Кто-то может называть его Богом, кто-то может называть его Аллах, Аллахом. Но татва, она одна. Without realizing this tattva, unnecessary infighting. Infighting. Если люди не осознали эту татву, то смысла спорить нет. I told you yesterday that at least, if not more, at least four slokas. И вчера я вам сказал, что прежде чем начать обсуждение вот этой лилы Сарвабхаумы Махапрабху, нужно понять первые, по крайней мере, четыре шлоки. И первая шлока Бхагаватам, это в ней заключается вся суть Бхагаватам. Там помещены все 18 тысяч шлок. И я вам могу доказать, что в этой шлоке находится уже Самбанда Татва, Прайоджина Татва, Абидея Татва. Самбанда, Абидея, Прайоджина. Эта шлока уже об этом всем говорит в скрытой форме. Но никто не может понять этого. Если вы откроете Веданту, то первая шлока — это Атата Брахма Джигьяса. И я уже об этом сказал, об этом рассказал. Если мы не станем задавать вопросы о нашем существовании, то есть эта жизнь, она нестабильна. Мой отец умер на моих глазах, мать умерла, младший брат умер. В чем смысл жизни? Я не могу понять этого. То есть, когда человек задумывается на эти темы, тогда он начинает задавать вопросы о смысле жизни. И это основной момент. Это самый основной момент. И с этого момента ваша жизнь, она изменится. В вашу жизнь приходит поворотный момент в том случае, когда вы начинаете задавать вопросы о существовании, о смысле жизни. В чем смысл жизни? И так часто это случается, например, страны воюют, дети остаются без родителей. Кто их защитит? Некоторые страны, они воюют 20 лет, я не хочу называть эти страны, и они превратились уже в крематории, эти страны. И, тем не менее, они не хотят остановиться. Они бросают вызов. Дай-ка мне посмотреть, что ты такое за человек, какой силой ты обладаешь. То есть все проблемы, которые существуют в этом мире, их причина — это желание получить пратишта. Если вы скажете,
это все из-за зависти. А зависть откуда она появляется? Это из-за желания Пратишты. Я хочу, чтобы меня уважали, почитали. То есть проблемы в спорте, в политике, в баджане, все они имеют одну и ту же причину — желание Пратишты. Все находятся в иллюзии. Причина одна — я хочу доказать, что я выше тебя, лучше тебя. Но преданные, они никогда не хотят никакого признания, они никогда не хотят занимать положение какого-то там гуру, важного джагат-гуру. Во Вриндаване был один пандит. Я могу привести один-два примера, и вы таким образом расслабитесь, потому что веданта — это очень сложная татва, тяжело слушать. Во Вриндаване был один саду, но он был великим пандитом, и в то же время он был нескинченным. Я знал его, но он уже оставил тело. Был великий пандит, веданты, бхагаватам. И он был нескинченным в то же самое время. У него были старые порванные одежды. И однажды какое-то общество вайшнавов, оно решило вручить ему титул. Они пришли к нему несколько преданных. Ну, то есть группы к нему пришли и сказали: «Мы хотим тебе вручить титул знатока веданты». И когда вот этот пандит, он услышал это их заявление, он разозлился: «Убирайтесь отсюда, я обсуждаю веданту не для того, чтобы получить какой-то титул, убирайтесь отсюда». И они так удивились, потому что, как правило, люди хотят пратишту. «Дайте мне гирлянду». Дайте, дайте. Наш Прабхупада, Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада, он мог бы получить все вот эти титулы, Бхагавата-ачарья, Веданта-ачарья, но он никогда не стремился к этому. То есть только во времена, когда он был студентом, он получил титул Сарасвати. Но он мог бы получить все вот эти вот титулы важные. Чистые преданные, они с легкостью могут получить все эти титулы. Но им это не интересно. Когда есть желание в сердце, или хотя бы даже запах, след желания в сердце, то такой человек, он не должен говорить харикатху. Если кто-то еще не квалифицирован, то есть у него нет тринадапи, он не развил скромность, то тоже невозможно говорить харикатху в таком случае, потому что харикатха может танцевать на языке только того, кто тринадапи. И об этом сказал Махапрабху уже в Шикшастаке, в третьей шлоке. Когда вы откроете Веданта Сутру, вы увидите, что первая шлока — это «Атарта Брахма Джигьяса». После того, как люди осознают нестабильность этого мира, «О, сегодня мир существует, а завтра что будет? Вчера я видел одного юношу, а сегодня его уже нет в живых, он оставил тело». У него был сердечный приступ. Был один человек, который уехал за границу учиться, получил классное образование, и даже перед тем, как он вернулся в свою страну, разные компании стали ему предлагать работу. И по возвращении этот человек должен был решить, какую компанию он выберет, то есть где он будет работать. И у него случился инсульт. И тогда его тело стало парализованным. И он потратил такое количество денег, чтобы получить вот это образование. И после того,
как он вернулся в свою страну и уже почти выбрал, в какой компании работать, у него случился инсульт. И сейчас я вам задам такой вопрос. Существует такая компания, которая захотела бы ему сделать предложение в его состоянии, в парализованном? За что они будут платить деньги? Таким образом, все наше образование, все наши знания, все, что мы получаем в этом материальном мире, это все нестабильно. Поэтому, когда меня критикуют или обо мне плохо говорят, меня это не трогает, никак не касается. И когда кто-то меня прославляет, тоже это не трогает мое сердце. Люди могут сказать все, что угодно обо мне. Я сам знаю, что, кто я. Я глупец. Поэтому меня могут прославлять или ругать меня. Но это не должно трогать мое сердце. Так должно быть. Кто-то может сказать, Шамбаба гений. А кто-то может сказать, что Шамбаба — это идиот или животное. И для меня это одно и то же. Потому что у меня нет никаких ожиданий. Я не ожидаю прославления, чести, положения, денег. Если мы совершаем служение, то хорошо. Мы вместе можем что-то делать. Это отдельный разговор. Мы обсудили шлоку Джанма Дасо Ято. Атарта Брахма Джигьяса — это первая сутра Веданты, первая формула. И это значит, что после того, как люди понимают нестабильность этого материального мира, они начинают задавать вопросы о существовании, о смысле жизни. И я уже объяснил, что Брахма Джигьяса значит Шабда Джигьяса, значит Атма Джигьяса, это все одно и то же. Атарта Брахма Джигьяса равня Татва Джигьяса, Шабда Джигьяса. Я вам уже прочитал мантру из Брахмаканды. Брахма и его слава, он существует вечно. Вы можете его прославлять, но у Брахмы всегда будет свое положение высочайшее. Анади Нидарам Брахма называется, то есть Брахма — это Шабда. Брахма Татва — это Шабда Татва. Брахма Джигьяса означает Шабда Джигьяса, Татва Джигьяса, Атма Джигьяса. И по желанию Брахмы происходит творение. Как во всем этом разобраться? Наша жизнь, она настолько коротка. Может быть, мы доживем до 60, до 70 лет. Как нам это все осознать? Что мы можем осознать? И в космосе происходят какие-то реакции. Планеты, Солнце, они меняют свое положение. И Вселенная, она расширяется.
и таким незначительным интеллектом, как все это осознать? Первая шлока Веданты — это Атата Брахма Джигьяса. Вторая шлока — это Джанмада Со Ято. И на этом она заканчивается. То есть я вам прочитал шлоку из Бхагаватам. В Бхагаватам это длинная шлока, но в Веданта Сутре только вот эти несколько слов. Янма, Дасё, Ята. И все. И кто может тут разобраться в этом? Только тот, у кого налажена связь с Бхагаваном, только тот человек может разобраться в значении. Другие люди, они не в состоянии понять. Что это означает? Всего три слова. Это своего рода загадка. В газетах иногда дают разные загадки, кроссворды. И загадка это означает, что есть, что вам задают вопрос какой-то сложный, и вам нужно найти ответ на него, разгадать, в общем, загадку. Иногда в газетах публикуют такие вещи. То есть вторая шлока — это «Нянма Дасо Ята». Я уже это объяснил, что все происходит по воле и благодаря силе Бхагавана, то есть создание, мироздание, поддержание, разрушение. После чего вы увидите третью шлоку «Шастра Янитват». Что это означает? Всего 2-3 слова. И вам нужно будет зависеть от милости Вьясадевы. Если вы будете спекулировать сами, о, наверное, значение, оно вот это, или вот это. Нет, самим вам не разобраться. Шастра Джанитват. Янитват. Что вы можете понять? Чтобы получить знание о Бхагаване, нужно обратиться к шастрам. Но не только это. Но это нужно сделать, слушая чистых преданных. То есть нужно зависеть от такого источника. То есть источник знания — это шастры. Источник знания — это шастра. И не самим нужно шастры читать, а нужно слушать саду. Бхагавана можно осознать при помощи харикатхи. То есть нужно слушать шастры из лотосных уст, из лотосных уст чистых преданных, те, кто установлены в ачаране, в татве, те, кто осознавшие себя души. Я вам кратенько рассказываю. Шастра Джанитват означает, что при помощи шастры это единственный путь. Если вы привезете виграху Гуранги в Африку, предположим, у вас есть золотистая виграха Гуранги, и вы ее отвезете в Африку или в Амазонию. И тогда люди,
как сказать, из племени, они не будут, они не знают, кто такой Гуранга. То есть им нужно сначала слушать о Гуранге, слушать шастры из уст святых. То есть любой человек, который никогда не слышал о Гуранге, он подумает, что это просто кукла какая-то или еще что-то. Арджуна спросил Кришну, как понять, что следует, как следует поступать и как поступать не следует. Все дают разные советы, и Кришна ответил, нет необходимости думать, размышлять на эту тему очень много. Просто пойми, что написано в шастрах. Узнай, что написано в шастрах. Если кто-то ругается, если две группы людей ругаются, им нужно обратиться к саду. И саду должен им все разъяснить, опираясь на шастры. И они должны это принять и следовать этому. Вам придется зависеть от шастр, от истинных шастр, от аутентичных шастр, которые имеют связь с вечностью. Вы можете следовать Корану, это ваш выбор, но я считаю, что вы не получите максимального блага. То есть вы можете какое-то благо получить, но вы не узнаете финальное наставление. И если вы будете читать Библию, я тоже Библию прочитал, каково финальное наставление Библии? Садананда Свами, он был в затруднительном положении, он был очень умен, он очень много учился, докторскую защитил, и он изучал все религии мира, и он не мог найти то, что искал. И однажды он прочитал книжку, он нашел книжку Шри Кришна Чайтанья. И эта книжка, она была написана профессором Нишиканта Саньял, учеником Прабхупады. И после того, как он только прочитал первую страницу, он произнес такие слова, наконец-таки я нашел решение. То есть он прочитал только введение к этой книге. Садхананда Свами, он книгу нашел на английском, если правильно поняла, но Бабаджи говорит, у него есть на бенгале эта книжка. То есть эта книжка, ее можно найти на английском, на бенгале, и она была написана на английском Нишиканта Саньялом. И Прабхупада его похвалил, он был очень доволен им, он сказал, ты совершил такую севу, если бы ты ее не совершил, мне бы пришлось потратить много тысяч рупий, чтобы это сделать. Мне пришлось бы потратить очень много денег, но ты уже решил все проблемы. И Садхананда Свами, как только ему попалась в руки эта рука, эта книга, он сразу же вздохнул с облегчением и сказал, все проблемы решены. Иногда мы встречаем возвышенного преданного, и в таком случае мы можем найти решение всех своих проблем. Конечно же, если у нас нет ложного эго, мы сможем решить все проблемы.
Шастра Джанитват означает, что мы должны зависеть от гуру вайшнавов, мы должны слушать о Кришне из их уст, иначе мы не сможем продвинуться в баджане. Если мы сами будем читать Писание, мы ничего там не поймем. И Гауравани более важно, чем сам Гауранга Махапрабху. Гауравани — это учение Махапрабху, оно более важно, чем Гаура Виграха. То есть кто нам может это все объяснить, то есть как понять Виграху, в то время как учения, мы можем их понять благодаря Гуру Вайшнаву. То есть это третья шлока. Если вы будете зависеть от гуру вайшнавов и от шастр, тогда вы будете прогрессировать в баджане. И четвертая шлока, она очень странная. Тату саманнаят. Я могу объяснить. Я всегда переживаю обо времени, потому что времени очень мало. Тат означает сад. Когда мы читаем Писание, мантры различные, мы читаем Ом Тат Сат. Бхагаван в Бхагавадгите говорит, что Брахма находится в звуке Ом. Ом Татсат означает, что то, что Ом, это Брахма. И это Тат. Брахма Васту — это сад. Сад означает, существует вечно. Что значит сад? Сад значит то, что существует вечно. То, что не существует вечно, я не могу сказать, назвать это сад. Если вы не установлены в ачаране Гауранги Махапрабху полностью, то я не могу сказать, что вы сад, что вы саду. Несмотря на то, что в наши дни все называют всех саду. Но только тот является саду, кто установлен в учении Чайтани Махапрабху. Саду значит тот, кто существует вечно, он не умрет. Его настроение, оно существует вечно, его мысли тоже. Саду — это не шутки. Не всех можно назвать саду. Попытайтесь понять. Тат означает тот объект, Брахмавасту. Ту значит но. Тату, будьте уверены, что та татва васту, она пребывает в гармонии. Все бесконечные миры, они в гармонии. Но я этого не понимаю. Существует вечная гармония, да, но я этого не понимаю. Даже великий ученый Эйнштейн, он смог осознать это, что существует Создатель, и что Вселенная, она движется в соответствии с определенным ритмом.
как ученые, многие ученые, философы, они много сказали об этом. Леонардо да Винчи. В общем, многие они прокомментировали этот вопрос, но полного понимания, конечно же, у них не было. Кант — это великий философ немецкий. И он написал: «Когда я смотрю на небо ночью, и я пугаюсь. Планеты, столько много планет, все такое бесконечное, а я концентрируюсь на своем незначительном существовании. Когда я смотрю на ночное небо, я понимаю, что существует Создатель, звезды мерцают, планеты, все такое величественное, а я кто? То есть это Атма Джигьяса, но это не полная Атма Джигьяса, потому что Кант не смог совершить сатсангу. Он был подходящей личностью, он мог бы получить, мог бы продвинуться на духовном пути, но он не получил садусангу. Но Садхананда с вами получил садусангу. Конечно же, в случае Садхананда с вами он вечный спутник, но он совершил такую игру. Когда я думаю о мироздании, сказал Кант, я смотрю на звезды, на планеты, и это меня все пугает, и я задумываюсь о своем существовании, а кто я? И Кант сказал, когда я пребываю в иллюзии, делаю что-то нехорошее, когда я плохо поступаю, когда я делаю то, что я не должен делать, и тогда я не знаю, кто, но кто-то изнутри меня на меня ругается. То есть, когда я поступаю неправильно, я сделал что-то очень нехорошее. И тогда кто-то изнутри меня начинает кричать, зачем ты это сделал? Кант сказал, что у меня такое ощущение, что изнутри кто-то на меня ругается. Зачем ты так поступил? И я это ощущаю очень ясно. Кто-то на меня ругается. Зачем ты так поступил? Кто-то ругается. Это называется вивек, сознание. Кант, он не смог осознать, но это параматма, это супердуша, сверхдуша. Многие ученые, многие философы, если вы проинформируйтесь, вы узнаете, что они все обсуждали этот вопрос. Тат значит та вечная татва, брахмавасту. Татва, та парамвасту, тот парамвасту, он пребывает в гармонии. В конечном НАСА сейчас говорят, что мир создан из звука. Если вы прослушаете Брахма Самхиту, я ее уже объяснил на хинди, есть перевод на английский. Вы обнаружите, что Брахма получил Гаятри. Так написано в Брахма Самхите. Брахма, он увидел все своими глазами, как Кришна играет на флейте, и из этого звука происходит, случается мироздание. То есть звук создает все. До этого, много лет назад, ученые говорили, что
во Вселенной была там масса какая-то, которая она возбудилась, эта масса, и произошло мироздание случилось. И потом, впоследствии, ученые сказали, хорошо, если там была масса, если она стала, задвигалась, возбудилась, то кто тот, кто этому всему поспособствовал? Откуда энергия пришла? То есть для того, чтобы масса стала подвижной, нужно, чтобы кто-то применил энергию. И то есть четвертая шлока говорит, что будьте уверены, что что Брахмаваса пребывает в гармонии. Даже большие, великие саду, осознавшие себя души, они видят, что в этом мире нет ничего, что было бы как бы отделено от общего. То есть все связано между собой. Все, что не существовало бы, оно все связано. То есть все имеет какой-то смысл. И это на самом деле так. Все связано. Нет ничего бессмысленного. То есть у всего и всех есть какой-то смысл. Если существует вор, нужна полиция. Если нет воров, то не нужна полиция, не нужны судьи и так далее. То есть все взаимосвязано. Все в мире взаимосвязано, но мы не можем этого осознать. То есть есть всегда какое-то тайное значение, и мы все пребываем в гармонии. И осознать эту гармонию называется совершать баджан. Завтра я еще буду говорить об этом. Все мироздание, все мира, Пракрита и Апракрита, они пребывают в гармонии. Кришна играет, а мы все принимаем участие в его игре. И мы можем об этом знать, а можем об этом и не знать. Мы можем играть осознанно или неосознанно. Существует вот эта игра универсальная, и все играют, все участвуют в ней. Кто-то играет роль преступника, кто-то играет роль полицейского, а кто-то артиста. И вы обязаны участвовать в этой игре в зависимости от ваших самскар. И вам нужно осознать этот момент, что напрямую или косвенно все связано с Кришной. Вчера я уже затрагивал эту тему, и завтра я снова буду ее обсуждать. Кто-то может спросить, почему Кришна хочет играться, почему у него постоянно вот игривое настроение. Я вам уже ответил на этот вопрос. Кришне нравится играть. Кришна, он полон. Ему ничего не нужно. Я вам уже объяснил первую шлоку Бхагаватам. Он удовлетворен в самом себе. Тем не менее, у него игривое настроение. Он всегда хочет играться с новыми преданными. Почему играются? Он верховный игрок, но у него нет никаких неудовлетворений, нет никаких... Что говорить о Кришне? Это верховный Господь. Даже чистые преданные, у них нет никаких желаний, они постоянно удовлетворены. Постоянно, они счастливы, всегда. Кришна совершает игры, и кто-то может задать вопрос. Вы глупые, не можете задать вопрос.
Потому что, чтобы задать вопрос, нужно разбираться в материи. Бхагаван играет со Сварупой Шакти. А что означает Сварупа Шакти? Сварупа Шакти — это внутренняя энергия Бхагавана. Бхагаван, он счастлив в самом себе. Зачем ему нужны преданные? У него есть своя Сварупа Шакти, она постоянно приносит ему удовольствие. И ответ таков. Бхагаван, у него есть Сварупа Шакти, нет никаких проблем. Тем не менее, Бхагаван хочет играться, совершать игры с новыми преданными. То есть сначала Кришна раздает бхакти. Каким образом? Он посылает нас к Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджу, Бхакти Ракши Ширдев Госвами Махараджу. Мы получаем бхакти, и потом Бхагаван с нами играет. Бхагаван раздает бхакти, сварупа шакти, обусловленным душам. Те, кто... Он раздает всем душам обусловленным. Те, кто удачливые, они получают бхакти, а неудачливые души, они не получают бхакти. Бхагаван раздает. И когда вы получаете бхакти, после чего вы начинаете служить гуру, вайшнавам, Бхагавану, и тогда Бхагаван, он доволен вами. То есть сначала Бхагаван посредством сатсанги вам посылает бхакти. И потом, когда вы созреваете, вы начинаете совершать служение. Бхагаван, он очень доволен этим. И я вам приведу такой пример. Воздух, он повсюду. Все вот это пространство наполнено воздухом, здесь нет ничего нового. Но когда кто-то играет на флейте, и когда человек вдувает воздух в флейту, и воздух проходит через отверстие в флейте, через определенные отверстия, потому что другие отверстия, они закрыты пальцами. Воздух, он один и тот же, что находится в пространстве. Но когда воздух вдувается в флейту и выходит из нее, то он звучит, воздух звучит по-сладкому. И подобным образом у Бхагавана есть Сварупа Шакти, но когда она возвращается к нему через преданных, он, ему это больше нравится. Другой пример. Когда женщина беременна, она счастлива. Но когда ребенок рождается, то мать становится еще более счастливой. То есть, когда женщина беременна, она счастлива, у нее все хорошо. Но когда ребенок рождается и начинает играться на ее руках, то она получает больше счастья. И точно так же, несмотря на то, что Бхагаван, он уже полностью удовлетворен в самом себе. Ему ничего не нужно, никто не нужен. Сварупа Шакти — это его имущество. Но Бхагавану нравится раздавать Сварупа Шакти. Он вдохновляет дживы на то, чтобы они с ним играли. И вот по этой причине Бхагаван, он совершает бесконечные лилы во всем мире. Иногда Бхагаван является в форме Нарисимхадева, Вараха, Курмы, Гуранги, Кришны, но мы не даем никакого ответа. Бхагаван приходит, чтобы помочь нам. Он является в форме садхугуру вайшнавов, шастр, но мы неудачливы, мы не можем воспользоваться этим шансом. Бхагаван, он пробует все способы, но мы заняты с игрушками. Здания, имущество, все игрушки. В конечном итоге, зачем это все? Какой смысл у этого всего? Материальных благ. Вот это первая шлока, потом вторая, потом третья. Четвертое. И завтра я вам дам пятую шлоку, после чего мы остановимся, потому что это нам необходимо для того, чтобы создать... Веданта...
Это сложный вопрос, поэтому для начала, прежде чем обсуждать веданту, мне нужно подготовить вас. То есть веданта — это головная боль. И завтра я вам прочитаю пятую шлоку, и потом мы начнем обсуждение вот этой игры Сарабамба Тачари Махапрабху. तेने ब्रह्म हिदाय आदिकवये मह्यंति यत्सूरयु तेजो बारिमिदं यथा विनिमयु तिसर्गां विशा धान्यासेन सदा निरस्त कुहकं सत्यं परं धीमहि वांछकल्पद्रोश कृपासिन्धु भवे पतितानं पावनं।